Здравствуйте всем, господа! У нас сегодня новенький контент, конфликтики, разборки, просрочки. Артём Вольф, короче говоря, сегодня посмотрим. Название видоса такое. Бухие парнишки налетели толпой, забили стрелу у магазина, вышли поговорить. Что может быть лучше, чем конфликты, господа? Если вы что-то знаете, что-то лучше, чем конфликты и интереснее, пишите в комментарии. Не найдете по-любому. Про порно писать не надо. Поехали! Спросили меня снимать. Лезь. Так, а что качество такое? Что ли? Да, я знаю. Блядь, еще 80. У меня спросили меня снимать. Лезь. Что толкаешь? Что, зверело, что ли? Да, я зверело. Не надо толкать. Нормально будет разговаривать, уважаемый. Я видел, как тебя ебать. Отвернуться от тебя. Да, ты что-то другой герой, ебать. Ебать. Что ты снимаешь, значит? Пойдем. Я еще по поводу него скажу в будущем. Я что, с бухим, что ли, быдлом буду общаться? Серьезно? У него еще ребенок в руке, господи. Так, давайте спойлеры проскипаем, короче. Похуй. Я уже понял, что там интересно. Вы все поняли, что там реально что-то будет интересно. Мы нарвались на интересный видос. Ань, подскажите, вкусный бургер? Как во вкусной точке? Смотрите. Сейчас попробую. Смотрите. Если он вам не понравится, вы меня накатите. Пятерочка, кстати, я знаю этот бургер. Нет, ну я оставлять не буду ничего. Ваша? Да, это я купил уже, оплатил. Суть в том, что он сейчас будет пробовать просроченный товар, короче. И они потом, поэтому будет вызывать ментов. Не, котлеты плохого цвета. Но они вызывают ментов сами на себя, понимаете? Типа в этом прикол вообще. Сиськи хорошие? Да, не знаю. Сейчас я все попробую. Вы что, издеваетесь? С творожка надо, да, лучше начать, согласен. А то издеваюсь, как будто над вами. Это вы оплатите сиськи? Ну я сейчас понюхаю. Какой-то не очень творог. Что вы делаете? Ну все попробую. Ну попробуйте, вы только оплатите. Ну, я не привык. Я потом, кстати, после просмотров его роликов реально такой в магазин залетаю, такой, так, просрочено или нет, блин, что за херня? И типа я вот иду по своей пятерочке, да, у меня там тупо хлеб стоит, как бы, без упаковки, без всего, тупо любой человек потрогать может. Я такой, так, нарушение, и пошел домой. Нахуй такие разборки я не смогу устроить. Привык платить за товар, который мне не нравится. Хотите, угощайтесь? Не, я не хочу. Зачем вы снимаете? В ТикТоке выставляете? Раньше говорили, в Ютубы ваши, сейчас уже ТикТок заполонил головы. Я вас не снимаю. Вам весело? Я еще раз говорю, вы оплачиваете, собираете? Мне лично грустно. Желания платить за этот товар нет, конечно же. Мне он не нравится. Ну так вы можете весь магазин товар тогда попробовать? Согласен, можно. Давайте вызовем милицию, вы будете... Человек вскрывает все коробки, решил попробовать, а потом оплатить. Давай вызывай милицию, пускай я не знаю. Я не слышу, что говорите? Пускай с милицией пробуют. Пробую товар. Сдвиньтесь оттуда. А, так мне уходить или что? Нет, вам сдвиньтесь. Не уходить. Ну вот, я и спрашиваю, что мне делать? Нет, вам оплатить. Не, ну за такой товар, наверное, нет желания платить. Блин, я что заметил, вначале никогда не говорит вот этим продавцам, что это просрочка, типа. Они же думают, что это нормальный товар, и он вскрывает их. И они вызывают из-за этого ментов, типа, и сами на этом ловятся, потому что оказывается, что это просрочка. Портите, стоите специально они, товар. Они его производят, они его торгуют. Мы им торгуем, а я не знаю, вы к производителю отправляете. О, видите, как даже не открывают сосиски. Оплатите. За такой товар нет желания платить. Это вы считаете, что он испорченный, это вы на свой вкус считаете. Я еще раз говорю. А то, что там рассрочено, ну. Они не знают. Я не знаю, я попробовал, мне не нравится. Вам не нравится? Вы на рынке, что ли? А вы на рынке? Ну, в магазине пятерочка. Всегда в магазине пятерочка все пробую. Ну так пробуйте на прилавках. Что вы сюда принесли, на кассу? Зачем же я буду в крысу где-то пробовать на прилавках? И потом бросать, что ли, я буду это все? Все, а что вы делаете, собственно? Ладно, я пойду в магазин обратно вернусь. Я еще раз говорю. Чтобы вам не задерживать очередь. Да, кстати, могу вам сразу сказать тип людей вот тут вот в очереди. Например, вот этот мужик, это тот чувак, который что-то скажет такой, типа, да вы хуйней занимаетесь, и уйдет. Просто уйдет. Типа, вообще, все равно, он просто такой, да вы хуйней занимаетесь. Заняться больше нечем в пятницу. А, это хардплей! Я пить хотел еще. Чудо это. Они типа вместе иногда коллаборируют. Тоже люблю. Так пробую все, говорю же. Перед оплатой все пробую. А что это где-то прописано, что ли, что вот это? Нет, это я всегда так делаю. Сейчас корзинку возьму. Что говорит молодой человек? Да не, ну быдло типичное. Вот в пятницу вечером задерживают очередь. Я даже с вами разговариваю. Во! Да, полный. Такое у него лицо, блин, такое, типа, че, он вообще шутит? Вот, понаеду, начинаю. Кася сейчас стоит.
сейчас, говорит, я им такой... Интересно, тут есть челы, которые не выкупили этот рофл? Да, он заранее просрочку покупает ее даже. Мне это чё, девка доснимает. Такая схема, типа, ну, беспроигрышная у него. На кассе, которая с тобой была. А не подскажете, сок хоть хороший? Чудо. Ну, мне не нравится, но может сотрудник скажет, что хороший, да я плачу. Сигареты? Что делать, мне идти? Проплатить товар. Не, ну за такой товар не желаем платить, конечно. Ну, вообще-то в очередь надо занять. Девушка, а я не к вам стою. Вы вообще имеете право меня снимать? Да снимаю, девочка. Не, он, по-моему, иногда просрочку кушает, типа, ну, либо не просрочку, а просто некачественный товар какой-то. На трассе, она фиксирует на видео. Прям кушает булочки, я видел. Владимир, конечно. Зачем вы портите товар? А вдруг мне понравился он? Но он мне не понравился, к сожалению. Но вы же не на рынке находитесь, правильно, где вам? Я блин, магазин... короче, типа, я не понимаю насчет его мнения, типа... Он это значит делает правильную вещь, что просрочку убирает и так далее. Просто как он это делает, наверное, можно было бы немного мягче. Но он делает это в своем стиле. Я пятерочка нахожусь, тут всегда так делать надо. Давай сюда вызывать полицию. Вызывайте, если хотите. Либо вы вызовете, я подожду, либо я пойду тогда. Вызывай милицию, Оль. Что, вызывай, да вызывайте полицию. И все. Ну, что вы... Вызывай блядь, полицию, пусть они с ними разбираются. Вот они сейчас сами на себя вызывают, реально, сами. Блин, полиция. Так отбежать надо будет, получается. Ну, все. Уже бежать быстро. А у меня ноги причем. Да. Ничего себе, вы закупаетесь. Ну, люблю сладенькие. Так, будьте добры мне, как у магазина. Так, подождите. Вы разрешение у меня спросили меня снимать? Лезь, не надо. Отошло. Пошла разборочка. Бабуль, ты что толкаешь? Ты что толкаешь? Успокойся, бабуль. Я спрашиваю, вы разрешение спросили? Бабуль, что, зверела, что ли? Да, я зверела. Я сразу вышла. Не надо толкать. Я себя. Иди на кассу, сядь и работай. Я сказала, ушли отсюда. Если не нравится, уйди из магазина. Ты... Боевая бабка в силе. На работе находишься. 21. Давай, сними. О, кто? Опа. Он серьезно, блядь? Он не видит, кому он подходит, блядь? Там кабина стоит, нахуй, этот вот чел, блядь, пришел, нахуй. Он серьезно не понимает, куда он идет? Девушка пытается. Нормально, и что? Не толкнуть, я еще раз говорю. А, не могу снимать? От меня разрешение. Пусть вызывает полицию. Давайте, я согласен с вами. Да не нужно согласие. Вызовите просто полицию, и все. Я такой вид, что он сейчас сознание как будто потеряет. Че вы стоите? Мне не нужно согласие. Есть закон. Если вы законов не знаете, никто тут. Да это вы, это ваши проблемы. Это ваши проблемы, вот именно. А так, кто хочет нас снять, подходите. Ну что ты материшься в магазине? Вот ты показал свое лицо. А я не в магазине, поэтому извините меня, я буду материться. Я надеюсь, вы меня простите, спасибо. О, истинный интеллигент. И еще меня пытаются учить. Матом в магазине. Вот, про тот тип, который я говорил. Что-то скажет и все, и сидит молчит. Хорошо. Я видел в интернете, как тебя ебали два мента. Хорошо. Где мало, что ли, было? Такое было? Где? А как тебе посмотреть? Где? Где, блядь? Где, в шортах? Ну, где? Шортах? Где? Ты пи... Осуждаю, не... Ты пи... Кто? Перепил. Давай, иди, выходи отсюда. Да не, выйдите. Можете остаться, в принципе. Нахуй пошел, блядь. Слышь, ты матом не ругайся. Это не я ругался, это они ругались. Серьезно? Он, блядь, женский голос от мужского не отличает. Блядь, настолько напился, что ли, я не понимаю, что с ним будет. Я не ругался матом. Я не ругал. Ой, блядь, это пиздец. Вот мне сына его жалко, вот серьезно. Мне просто сейчас очень жалко его сына. Это пиздец, типа. Ой. Не-не-не, я с такими даже не хочу это контактировать. Понял? Его сын держит, блядь. Его сын держит, говорит, уйди, папа. Матом не ругайся, я и не ругался матом. Это не я ругался. Ну все, отвернись в ту сторону. Все. А, отвернуться от тебя. Да. Хорошо, я лучше от тебя отвернусь. Ты что-то шугируешь, как бы. Все, не подходи только, пожалуйста. Какой тупой, блядь. Я вот не знаю, ну просто. Это вот пример отброса общества. Я с пьяными людьми не люблю общаться. Я с тобой пообщаюсь, хочешь? Да? Я не люблю с пьяными людьми общаться, тем более при ребенке. Я даже. Все. С собой щит взял, это так нечестно, он использует противоправные тактики. Все. Слышишь меня? Он ему рот закрывал даже. Ты что ты снимаешься сейчас? Давай. Женщину? На девушку, да. Если что, оператор девушка. Пойдем, выйдем. Пойдем. Давай, подожди, пошли, с нами пошли, здесь. Пошли. Не, я магазин не покину пока. Ты подожди. Ну ты подожди сейчас. О, корзина. Нас уже так выманивали, все понятно. Пошли. Да я что, с бухим, что ли, быдлом буду общаться? Серьезно? Ты быдло. Я с бухим быдлом не общаюсь, все, понимаешь? Закрывается. Провокатор ебаный.
Все правильно, Гигиб. Гигиб правильно пишешь. Он тёлка, блядь. Так дождись, давай. Ну дождись с нами, чё ты? Вот оно, вот оно. Тём, чё сегодня? Какой город? Сегодня вечером делать будем? Интересно. Просрочку искать. А в следующее воскресенье? Тоже будем просрочку искать. В смысле, где мы просрочку будем искать? Так, это реклама полетела, что ли? Таверных. Понятно! Что за сервер? Непонятно, блин! Сними машину, номер, номер. Ну ты дождись! Поговорим после съемок, дождись! Ну ты такой крутой, оскорбляешь! О, он пошел реально с ним? Он выскочит? Дождись, поговорим после съемок! Дождись, все! Поговори ты! Слышишь, блядь? Что ты хочешь поговорить? Бабка, мне с тобой не интересно. Это хорошо, когда он просто как бабка. Здорово, чай, салам алейкум. Общаться. Ой-ой-ой-ой. Общайся. С кем? Бабка, ты чё? Сдурела, что ли? Баб, подожди. Бабка твоя мать. Вот они, алкаши местные, вылезли. Вот она, алкашня-то местная. Я тебе нахуй устрою. Номер зафиксировала? Давайте, алкаши местные, только дождитесь, пожалуйста. Здесь, будь здесь только, пожалуйста. Хорошо, только вы не уезжайте тоже. Я не понимаю, что он хочет? Вот этот вот чел, вот палка, что он хочет? Что он сделает? Что? Куда? А то алкаши местные, смотри. Это показывает ваше воспитание, молодцы. Ребят, кто узнает в этих людях своих родственников, друзей, знакомых, пишите. Узнали, ребят, есть у тебя-то бабушка, я не знаю, бабка? Это в комментариях. А, он кентам звонит. Это вот типичные представители быдла и алкашей. Так у него одна бабка, вон она есть. Так я про себя не говорю, я бы и не быковал на него, если бы я, блядь, типа, да я вообще в тряпку молчал, нахуй я на какую-то кабину буду вот так вот пиздеть, зачем? Всё, всё. Там твою эту, продукцию, кажется, перед. Чё продукцию? Смотрите, мои подписчики, смотрите, два провода. Ну это уже я, ну это как бы это я, в любой ситуации я просто такой, смотрите, мои подписчики. Мои подписчики. Ой, лопата. Вот это вот тёлка. Блин, а она в одноклассниках там типа супер-пупер стример, я так понимаю, или кто, я не знаю, она просто сидит там, знаешь, как я. Тупо вот как я сидит там в Майнкрафт там со своими там, я не знаю, соседями бабками играет. В Майнкрафт, блин, я не знаю. Кроме как снимать ничего не умеет. Вот у мужиков есть игра рыбалка 3D онлайн, блин, или как она там называется. У них это какой-нибудь там полив цветов, блин, свой огород онлайн, там вот это, такие игры. И вот это. Она стримит чисто. И всем вот весело. Смотрите. И ходят, блядь, по магазину. А вас часто такие покупают? Люди просто, блядь, отдыхают, это а они, блядь, ходят тут. Это отличные покупатели. Вот да. Каких покупателей любит Пятерочка. Да, типичный да, контингент да. Магазина. Ты тоже любят очень. Меня, конечно, давай, безумно любят. Ребят, мы их поймали. Вы только подумайте, что вы в Солнечногорск приехали. И что они тут? Они в Москве. И что тут? Ничего. Раком нагнут? Тебя нагнут. Вас уже нагибали? А вы тебя? Теперь это? На меня вот проецируете то, что с вами было? Да. Заметили? Я ни разу не сматерилась. Ну да. Блин, ну подписчики, наверное, думают, женщину святая просто. Блин, я, кстати, первый раз вижу, как он смеется. Все, давай, мальчик. Ой, звездоболы-то. Так, сейчас должна быть серая вклейка, или как это называется, где она там, типа, ты, гандон. Дождитесь, пожалуйста, а то пивка купили, ну и дождитесь 16-го. Давай, одинюхай. Ух, же эти блогеры развелись, блин, да, ребят? Да что ты все вякаешь-то? Чё ты все вякаешь? Дождись, говорю, не уезжай только. Я сейчас подъеду. А то свалите сейчас. Кого? Есть ты не балабол? Да. Сделай то, что ты сказал. Я сейчас приеду. А то... Он сказал, выеби, я выебу твоего отца, или мне послышалось? Пока ты балаболишь только. Даже за рулем не ты, а мать твоя. Да скажи, не, ну она скорее всего трезвая, наверное. Она, конечно, выглядит как, ну, сами понимаете, но не знаю. Давай. Только не будь балаболом, а то тут болтаешь пока. Пастая. Вали отсюда, убегай. Помощь приюту. О, господи, блин. Быстрее. Пивко стынет. Я пойду пока еще покушаю. В магазин вернусь. Ребят, смотрите, вот еще палочки. Свежайшие. Вся партия такая. А че, хардплей пропал куда-то, кстати, в натуре? Наказ. Хардплей испугался, убежал, видимо, что поделать.
Я серьезно, без прикола, сегодня тупо мы проходили с Полиной и на яйца смотрели, типа, такие, так, давай-ка с тобой сверим дату, там, просрочены или нет, у нас нормальные яйца. Ну, мы так, чисто одну сверху пачку посмотрели. Так, ребят, сейчас я бы не смог такое устроить. 20:14, тот балабол сказал, что приедет через 10 минут, так что ждем. А что он хочет, что Артем хочет с ним сделать, интересно? Я бы посмотрел фул в телеге. Купим. Вы еще решили попортить? Я купить хочу. Отойдите. Зачем я купить хочу? Почему? Я не хочу вас обслуживать до приезда полиции. Вот я. Ну все, блин, ты арестована. Что платить товар? Я еще раз говорю, я буду вас обслуживать после приезда полиции. А полиция приедет? Обязательно. А-а-а. Вызов был. Я не буду вас. Не продадите? Нет. Ну ладно. А если я вскрою? Я еще раз говорю, вы вскрываете на той стороне, что хотите. Вы не продадите все равно? Я не продаю. Вот если он чисто теоретически сейчас возьмет водку хлебнет, типа, например, без паспорта, без всего. До приезда полиции я вам ничего. Как жаль, я так хотел оплатить. Какой рейд чай? Идите за все. Да давай пропустим людей. Вы не против, мы вас пофиксируем немного. По вам муха бегает. Если вы понимаете, о чем я. Не понимаю, не-не-не. Я же вам предложил его оплатить, давай я тебе сейчас оплачу. Вы уже один. Блин, что-то зевать хочется. Да я только что вам предложил оплатить. А, давай чай, давай. О, хардплей там на заднем фоне был, видели? Вы не нервничаете. Деньгами работаете, там еще работать и работать. Мне, допустим, молодые люди плохого ничего не доставляют. Уважаю, бабка, бабушка, бабуля, респект просто. Женщина, если так угодно. Проходите сюда на кассу. Зачем вам конфликтная ситуация? Им уже покупатели на кассе, если же говорят, а может там просрочка? Там просрочка есть? У нас никакой просрочки. Мы уже сказали, либо они сами уже поняли, что там просрочено. Но до последнего пытаются прикрыть зад своему тухлопритону. Надеюсь, сейчас полиция приедет. Надеюсь, что приедет полиция, а не мусора. Блин, я так подумал, реально вспомните. Вот в любом магазине, в котором вы были, по-любому есть какое-то нарушение условий хранения. 100%. Ну что, купить-то можно, нет? Полиция закрыта. Эх. Эх. А я так хотел пятерочки прибыль сделать. Вы будете покупать, а я пробью? Давайте. Я только что женщине предлагал. Она не захотела продать. Она подписывает приговор себе. Давайте я у вас куплю. Начнем с одной позиции. 226 рублей. Держите. Вот так вот. О, господи. Она себе сейчас только что, ребят, кто не понял, приговор подписала, потому что она продала просроченный товар. Еще закупился. Мы пойдем пока погуляем по магазину. Ну что, друзья, еще один очередной тухлячок куплен. Это у нас, смотрите, магазин «Пятерочка» в городе Солнечногорск. Сегодня у нас 12.08. Давай посмотрим, для какого печеньки до 9.08. И там вся партия. Им даже уже сказали, что просрочка. Вспоминаю, блин, смотрите подписчики мои, блин. Все равно продают. Они все равно настолько твердолобые, что они продолжают продавать такой товар. И еще настаивают, чтобы я его купил. Смотри, так, чуть-чуть совсем. Оно вот чуть-чуть, оно уже не стирается. Она такая многовековая такая пыль. Баночка красивая. Мятые баночки, это же то, что я люблю. Это вот оно самое. А все, вот это уже продавать нельзя, да? Да. Кстати, сколько там времени было? Сколько сейчас? Мне кажется, 10 минут прошли. О, фу, клоун слился, фу, позор. Как я и сказал, балабол. Да ладно, да задерживается. Сейчас как он возьмет шпагу. Я буду защищаться, если у него будет шпага. И будет с тобой сражаться. Тушеночка вот эта вот, я прям на нее смотрю. Это на каком сайте вы собрались сражаться такими шпагами? И у меня сразу воспоминания. Пробовал, да? Знаешь. Да, ребят, вот такую тушеночку от пятерочки мы уже пробовали на моем втором канале, на моем втором развлекательном канале. Ссылочка на мой развлекательный канал. А, он там в Майнкрафт играет? Этот канал будет в описании. За 29 рублей, да? Сколько? Тушенка за 29 рублей?
Я такого чуть нигде не видел. Боюсь даже представить, что там находится. 7 дней примерно, но она заморожена. Мне кажется, она не должна быть заморожена. Конечно, это холодильник, а не морозилка, скорее всего. Сколько тут там температура? Там же охлажденка вот. 7 градусов вообще, 7 градусов. Ты считаешь, при 7 градусах появляется лед? Конечно, нет. Нет, то есть нарушены условия хранения. Ее размораживали и по новой замораживали. Ты посмотри, сколько там льда. Это даже не заморозка, понимаешь? Это просто она каменная, она... Вот, лед, смотри, просто. Ну этого даже я не знал. Какая температура должна быть? Хотя я... Чё даже-то, я вообще не ерись ни разу. Условия хранения от минус 2 до плюс 2. В холодильнике 7 градусов, так она еще и заморожена. О, здравствуйте! В чем проблема? А вы кто? Я охрана. А представиться? Сотрудник ГБР. У меня проблем никакой нет. Мне вот нравится, вот всегда все так теряются после этой фразы, когда он говорит, у меня никаких проблем нет, все такие, типа, а чё за хуйня? А чё нам делать тогда? Гиги не надо банить. Ну, будешь товар платить? Я же сказал, желания такого нет, платить за это. Так он же купил только что товар. Если надо, оплачу, конечно. Ну, конечно, уже вскрыли упаковку, правильно? Ну, я считаю, за такой товар не надо платить. Полиция нам поможет в этом случае. Правильно. А нахуя тогда ГБР? Я вот никогда не понимал, для чего, зачем? Вызываем полицию. Я вызвал. Вызвали? Он такой, типа, приехал там, все знали, что надо вызвать полицию, он такой приехал, такой, вызывайте полицию. Я не понимаю, зачем реально. Вон они. Полиция? Кто? Полиция. Здрасте. Это охрана, сотрудник полиции вызвал. Что происходит? Ну и если вам понравился такой контент, если он вам зашел, зашла моя реакция, то ну мы продолжим, почему нет? Мне понравилось лично. Там есть вторая часть, уже вышла давным-давно, как бы. Мы посмотрим без проблем. Так что все зависит от вас.